привет! Мы на канале Тёмкин Калькай. Привет, привет! Что у нас сегодня с Тёмкой? Лего-дуку. Причём, ребята, смотрите, какое оно огромное! И тут даже есть паровоз! Паровоз Лего Дупла 2,5 лет. Называется как? Action Bricks. Да, интересно. Action Bricks. Интересно, что же нам там положили в середину. Ну, на коробке нарисовано что-то очень интересное, да, Тём? Ну, там нарисовано только паровозик. Нарисован паровозик с прицепом. Нарисована станция. Там вот где прицеп. Прицеп вот здесь. Вот там человечек есть. Чтоб ставить. Тут чтоб ставить людей. Рельсы есть. Есть белочка. Давай-ка будем открывать. Только тут можно перевозить людей. Можно людей перевозить в этом паровозике. Только на вагоне. Ну, таким вагоне мы уже есть. Будем открывать? Да. Давай, я тебе помогу открыть с одной стороны. Я тоже. Пленочку. Я сам. И ты будешь сам открывать. Вот здесь просто сейчас срежем пленочку. Или отклеим ее, или срежем. Сейчас посмотрим. Достаем и смотрим, что там в середине. Мне тоже интересно. Ого, тут все опа. Осторожно. Это пластмассовые детали. Ничего себе. Осторожно, Тём, чтобы ничего не упало. Ой, есть. Ой, да, ребята, вот такую вот коробку огромную мы открыли. И теперь будем собирать с Тёмкой. Я буду собирать паровозик. Давай, а я буду рельсы собирать. Сейчас мы сначала инструкцию посмотрим. Ага, здесь нужно батарейки вставить. Да, я буду открывать. Вот так, видите, ребята, вот так собирается паровозик. А тут даже есть чемоданы какие-то. Здесь нужно, вот здесь нужно вставить батарейки. Ну что? Надо найти отвертку и вставить батарейки. Так, а ну-ка я посмотрю эту часть. Ага, здесь не нужно. Вот этот тягач, который будет всем управлять. Сначала мы все соберем, а потом будем вставлять батарейки. Да, Тём? Давай для начала я предлагаю сначала собрать рельсы. Смотри, я сделаю паровоз. Умничка. Давай сначала сделаем рельсы, чтобы мы уже точно знали, как оно должно выглядеть. Смотрите, ребята. Вот рельсы крепятся, как всегда, обычному принципу. Не, я сам. Тём, ты будешь сам собирать рельсы, да, Тём? Ну да, я хочу соединить вот это от кашепойнта. Умничка, давай. А вот еще потом еще один вагончик соберешь. Только, Тём, мне кажется, что вот это, то, что ты там собрал, это нужно сюда прикрепить. Или нет? Нет, это сюда. Да? Надо перевернуть? Не, Тём, скорее всего, что вот это главная его часть, потому что он должен первый ехать. Вот этот вот должен ехать. Да, вот смотри, он еще светится здесь будет. Поменяй местами. Вот эту часть. На вот эту. Не. Вот эту вот. Надо одеть вот сюда. Вот эту вот часть. О, я запомню. Да, только вот так. Правильно. Молодчинка. А теперь вот эту часть нужно одеть вот сюда. Сейчас мы все соберем. И потом будем вставлять батарейки.
Вот здесь, ребята, у нас целая книжка. Лего Дупла, разные коллекции. А вот это пожарки. Мы сначала соберем рельсы, чтобы мы детальки не потеряли. Вот показано, как станцию нужно собрать. Это самый поезд. Да, только который будет ехать сам. Смотрите, здесь все показано. Мы сейчас все будем делать постепенно. Смотрите, теперь надо сделать желтую крышу. Где желтая крыша, чтобы приделать к паровозу? Да вот она. Вот она, нужно вставить желтую крышу. Вот она, наша желтая крыша. А теперь вот этот погончик собери. Смотри. Супер. Вообще, мне уже все очень нравится. Бери. Белаю, смотри. Давай. Опа. Получилось? А теперь вот черную крышу. Где черная крыша? Вот две черные крыши. Вот они. Присоедини к тому поезду. Так. Это ж на поезд вагон. Вагон, да, к этому вагону. Одну, а вон еще вторая деталька у нее есть. А где нужно туда? Что, не получается? Ну давай я тоже посмотрю. Все получится, она как-то вставляется, да, наверное? Да, она вставляется. О, умничка, супер! А вон вторая деталька ее черная. Вот так вот, черная крыша у нас теперь будет, да, у этого вагончика? О! Есть! А теперь скрепи их между собой. О, смотри! Ой, как классно! Смотри, как они могут открываться! Не-не, подожди. А теперь соедини эти два вагончика между собой. Вот тут так крепление есть. Надо этот крючочек. Есть! Супер! Класс, ребята, это какой-то очень суперский поезд. У нас такого большого поезда еще не было. Так, давай теперь собирать. Ага, смотрите, вот, теперь мы будем собирать дерево и белочку. Где у нас дерево? Дерево. Вот оно. А вот у нас еще подожди. Дай сюда. Но нам нужно чемодан открыть. Ну давай сначала. Сначала. Что это у нас такое? А, это у нас прицеп. Нет, белочку потом соберем, так как у нас в пакете, мы тогда соберем рельсы сначала. Давай, чтобы рельсы мы здесь сделали порядок, сначала соберем рельсы, а потом все остальное. Смотри, какая большая лестница пригодится. Да, это у нас станция такая будет. Давай сначала соберем все рельсы, а потом все остальное. Да, будем все остальное собирать. Мы сначала соберем.
такая вот у нас дорога получилась. Да, ну Тём, ну сначала нам надо собрать станцию. Сейчас мы будем собирать станцию. Подожди, Тём, а там батареек нету, пока так не делай. Так, сейчас мы будем собирать станцию. Где у нас станция? Вот она. Подожди, смотри, вот это у нас деталька станции. Видишь, как она выглядит? Вот, вот эта станция. Сейчас мы посмотрим, как ее нужно собирать. Смотри. Вот, все начинается с того, что мы должны поставить вот эту синюю детальку. И нам треба чемоданы еще. Потом все сделаем. Ставь вот эту синюю детальку. Вот, ставь ее вот сюда. Смотри, у нас все получается. Умничка. Теперь открывай вот этот пакетик. Вот здесь нужно. По чемодану. Давай, открывай. Так. Ой, сколько у нас деталей всяких разных. Чемодан. Смотри. Смотри, чемодан. Да, чемодан. Ой. Улетел. Где наш чемодан? Вот он. Давай, поднимай его. У нас тут все летает, ребята. Ребята, нам так. Нужно не волнуться. Смотри, Тём, теперь нам надо поставить вот эту вот голубую детальку. Смотри. Смотри, видишь? Теперь вот эту вот голубую... Не, чемодан нам не нужен пока. Вот эту голубую детальку ставь вот здесь. Так, есть такое. Смотрим дальше. О, человек! Так, смотри. Человек, круто! Теперь смотри, теперь вот это теперь, красную детальку, как окошечко. Надо сделать вот, вот сюда. Вот сюда, молодчинка. А теперь нужно прикрепить вот эту вот дверку, это как окошечко, там есть такие пазы для этого. Ты видишь, вот, вот сюда нужно вставить. Вот, видишь, вот здесь вот есть дырочки тоже. Нужно вставить. Есть! А ну покажи, открывается. О! Мам, смотри. Открывается. Так, смотрим дальше. Что у нас там? Дальше у нас вот такая вот, смотри, Тёмка, вот теперь у нас красные крыши такие две. Это раз. Смотри, что? А нет, смотри, вот еще белую детальку нужно поставить. Теперь белую детальку поставь, вот эти две детальки скрепи. Так. А теперь сверху еще вот это вот. Давай. А это кто? Это что такое? А это вроде дерево или батон. Давай, смотри, я ставлю одну. Смотри, Тём. Что? Я ставлю одну детальку, а ты ставишь точно такую же вторую. Да, вот здесь сверху такую крышу нужно сделать. О! Ну, открывай этот пакетик теперь. Ну, ну, зас, вот эти. Не-не, эти детальки не оттуда вроде. Оттуда! Голубые, смотри, вот эти нужно открыть. А, я забыла. Открывай. Открывай пакет. А где? Открывай. Высыпай аккуратненько сюда. Так, вот высыпай. Есть. Дальше у нас... Что, можно сюда? Смотри, в разные стороны. Мам, можно, можно да, выкрепить? Только смотри, вот эту разверни их, вот так, раз, вот эту вот сюда, вот. Ой, какой молодец, все очень правильно. Да, теперь эту прикрепи, а теперь часы. А теперь часы посередине, вот они должны быть. Молодчинка, супер, просто красота. А вот смотри, и наша белая. А теперь надо поставить вот этот стульчик желтенький вот сюда. А тут? А потом на стульчик чемодан. Вот этот стульчик. Ставь его вот сюда. А чемодан потом? Потом. Придет прилет. Да, ставь сюда стульчик. Есть. А теперь на стульчик сверху чемоданчик. Такой придет людина. Когда человек придет, да? Да. Хорошо, потом. Давай дальше соберем. Смотри, что у нас еще не собрано осталось. Смотри. Теперь нам нужно вот такую вот зелененькую. Нет, сначала желтенькую.
сначала желтенькую, вот такую. Нужно прикрепить ее вот так. Вот, она должна быть здесь. Она не крепится, она просто ставится и все, видишь? Не-не-не-не. Да, она просто ставится. Смотри, видишь, нарисовано? Смотри, вот здесь вот это означает, что здесь будет музыка у поезда. Теперь красненькую, смотри. Теперь вот красненькая. Так, раз, два, три. Вот теперь сюда красненькую ставь. Вот так. Теперь раз, два, три. Синюю. Так, теперь синюю сюда ставь. Вот сюда синюю ставим. А потом ставим через одну. Теперь сюда ставим зеленую. Я сам. Ты сам. Чтобы стучек не уехал. Да, молодец. Еще у нас еще одна осталась. Где? Где? Точно. Белая у нас еще осталась. Нет, не тут. Так, раз, два. Вот сюда мы ее ставим. Вот, все. Вот так у нас будет выглядеть с цветами история. Теперь нам нужно еще собрать, мы не собрали дерево. Давай, сначала на дерево ставь вот эту вот детальку зеленую. Вот она. Ставь ее. Да, вот сюда ставь. Две зеленые. А они по очереди все. Сначала мы ставим, вот такую с одной стороны. Смотри, так. Вот. И те так же само собери. Не-не-не-не. Теперь эти тоже так же собери, как вот эти. Вот эти между собой. Вот сюда. Смотри, вот это ставь сюда. Вот сюда. Вот так. А это ставь сюда. Так. Так. И сверху. Нет, сверху с другой стороны. Вот здесь. Вот. А теперь еще сверху. Вот такое вот. Так. А еще у нас белочка. Вот такая у нас белочка. Ой. Прыг-скок, прыг-скок, посадите меня на дерево. Прыг-скок, на дерево хочу. Это. Давай на дерево белочку. Смотри, она на дереве сидит. Вот такая у нас белочка на дереве. Есть. Так, какая-то у нас еще деталька не собрана. Смотри, лопата. Лопата. А ты о чем-то? Смотри. Ставим эти две синие детальки, ставь их здесь. Нет, не так. Ставь их вот так вот. А сверху вот эту красную детальку. Только как-то должно быть вот так вот. Вот так вот должно быть. Вот. Есть. Я еще не поняла, что это такое. Не сюда. Ага, смотрите. Теперь у нас должна идти... Теперь у нас должно идти черная деталька. Черная? У нас одна? А нет, подожди, это вот это вот. И так. У нас еще. Вот это вот сюда делается. И? Смотри, ага, смотри минуточку. Вот, теперь вот это вставляется вот сюда. Смотри, и, вот. И сюда. Да, вот эта твоя деталька вставляется сюда. И сюда, да? Вот так они крепятся. Ну, как-то, ну, пусть вот так они у нас крепятся. Смотрите, ребята, видите, какое у нас подвижное получилось? Вот такое вот подвижное. А куда оно должно прикрепиться? Это подвижное, где оно стоит на рисунке? Ага, оно как будто нагружает поезд. Нагружает и выгружает. Да? Теперь, что у нас еще осталось? Нам надо вставить батарейки. Лопата, кстати, крепится. Где-то я видела сейчас. Лопата крепится. Куда крепится лопата, ребята? Где должна быть лопата? Ну ничего, мы можем ее сюда поставить. Смотри, можем ее пока сюда поставить. Рядышком. И можно сюда. Да, она тут, у нее нет никакого крепления. Мы можем ее вот так пока положить. Так, мы открыли все. Где у нас заправка? Не вижу. О! Вот, смотри, это как отдельное. Вот, оно идет как отдельное. Два человека сюда.
Человек это зачем? А вот он должен стоять возле этой заправки. Заправка. Видишь? Мам! Нельзя скоро приезжать. Подожди, а что, у нас девочки не было? А, есть! Есть у нас и девочка. Девочка у нас на станции сидит с чемоданом вот здесь вот. Прикрепи ее вот сюда. Вот сюда девочка пришла. Ну, она еще не пришла? Не, она еще не пришла. Ага, а вот здесь, давай сюда вот этот батон. Где? Давай, батон вот здесь продается. Сюда. Нет, батон вот эти вот. Вот эти батоны. Они вот здесь. Я тебе сам несу. Они вот здесь лежат, эти батоны. Батоны вот так будут лежать. Вот так батоны лежат. И сейчас нужно вот, идти поискать батарейки. Ребята, смотрите, вот мы собрали наконец-то нашу дорогу. Вот такая вот у нас дорога получилась. Станцию мы собрали. Теперь у нас есть станция. А вот и девочка пришла. А вот и девочка пришла. С чемоданом. С чемоданом, потому что она едет в дальнюю дорогу, да, Тём? Да, но у нее дамы сегодня. Сегодня девочка сидит и ждет с чемоданом своего поезда. Буцен будет на иначе ехать. Ой, Буцен. Смотрите, у нас здесь есть белочка. Она уже опаздывает на дереве. Смотрите, а теперь мы покажем, как работает наш поезд. Да, Тём? Смотрите, ребята, он у нас еще и светится. Вы видите эту подсветку? Это у нас светится поезд. Тём, покажи, как надо запустить поезд, чтобы он поехал. Просто так. Просто его. Все, наш поезд поехал. Смотрите, он остановился, потому что там у него есть знак. Сейчас Тёма его подтолкнет немножко. А, вагончик. Так, сейчас он там издает звук. Сейчас будет ехать наш поезд. Здесь он издал сигнал и поехал дальше. Смотрите, я не поставила одну деталь. Эта деталь вот такая вот зелененькая. И смотрите, если поезд подъезжает к этой детальке, смотрите, что он делает дальше. Сейчас мы его подтолкнем немножко. Немножко, если честно, не очень удобно вот то, что его нужно подталкивать. Смотрите, поехал, остановился опять и поехал назад. Видите, что означает это? То есть смысл здесь такой, что вот здесь на этой детальке он издает звук. На вот этой белой он свет. На вот этой синей, если честно, я сама не поняла, он как будто заправляется водой. На зеленой он едет назад, а на красной он тоже останавливается и стоит. Поэтому эти детальки можно менять местами, что очень удобно. Сюда. И таким образом придумывать разные игры. И что у нас еще было, что мы не рассмотрели? У нас еще была вот такая вот заправка. Это у нас был строитель, который будет подзаправлять поезд. Это строитель. А кто это? Это машинист поезда. А, это машинист поезда, да? Он проверяет, чтобы на поезде все было исправно. Да не, он едет. Ой, смотрите, что я сделала. А это такой вот, как загружать, чтобы если это все-таки грузовой поезд, а не пассажирский, тогда его можно вот так вот загружать, вот таким образом. Вот лопатка здесь есть для того, чтобы все это загружать в грузовой поезд. Да, Тём? Да. Я вам скажу, ребята, что пластик качественный, дорога тоже очень интересная. Интересная дорога, Тём? Ну да. Тебе понравился такой поезд из Лего-Дупла? Ну да. Смотрите, очень интересно. Раньше была старая версия без вот этих вот деталек, и он просто катался по кругу, его нужно было останавливать. А сейчас вот добавили вот в эту версию вот такие вот интересные наворотики, штучки. Я считаю, что, ну как, усовершенствовали этот поезд и сделали теперь вот такую вот железную дорогу. Тёмочка, тебе понравился этот поезд? Да. Только вот это нужно
классный поезд, да? Ну да, ему лего дупло вообще, чили поезд. Ребята, смотрите наше видео. Оставляйте свои комментарии, понравился ли вам этот поезд. Только хотели бы такой самый поезд на ребятах, канал Тёмки Плайнгай. Хотели бы вы себе такой поезд классный, он действительно очень интересный. Мы будем ждать ваши комментарии. Ну, вот да. На коробке нарисовано, что можно играть нескольким людям этим поездом, придумывать разные сюжеты. Ну да. Мне этот поезд очень сильно понравился, я очень давно... Я очень давно хотела, чтобы у нас был этот поезд, который сам ездит. И вот он наконец-то у нас появился. Ребята, будем ждать ваши отзывы. Тёмка, прощайся с ребятами. Подписывайтесь на канал Тёмкин Поэт. Не забудьте поставить лайк. Всем пока. Пока, ребята.